счете, до начала которого совсем немного. Классическую расстановку 4-4-2. Сегодня мы увидим, наверное, ближе футбол к британскому. С первых минут начинает матч в следующем составе. А этот тренер большой оригинал. Даже не помню, когда последний раз видел эту схему в действии. Адриан Рабье. Мяч у Роналду. Первые матчи сегодня проводят команды в своих группах. Первые победы и первые разочарования. Все это ждет нас уже сегодня. Стартовать хорошо, очень важно для любого клуба. Так что жди сегодня хорошего футбола. Честный справляется с ударом. До начала которого совсем немного. Классическую расстановку 4-4-2. Сегодня мы увидим, наверное, ближе футбол к британскому. С первых минут начинает матч в следующем составе. А этот тренер большой оригинал. Даже не помню, когда последний раз видел эту схему в действии. Адриан Рабье. Мяч у Роналду. Первые матчи сегодня проводят команды в своих группах. Первые победы и первые разочарования. Все это ждет нас уже сегодня. Стартовать хорошо, очень важно для любого клуба. Так что жди сегодня хорошего футбола. Честный справляется с ударом. До начала которого совсем немного. Классическую расстановку 4-4-2. Сегодня мы увидим, наверное, ближе футбол к британскому. С первых минут начинает матч в следующем составе. А этот тренер большой оригинал. Даже не помню, когда последний раз видел эту схему в действии. Адриан Рабье. Мяч у Роналду. Первые матчи сегодня проводят команды в своих группах. Первые победы и первые разочарования. Все это ждет нас уже сегодня. Стартовать хорошо, очень важно для любого клуба. Так что жди сегодня хорошего футбола. Честный справляется с ударом. До начала которого совсем немного. Классическую расстановку 4-4-2. Сегодня мы увидим, наверное, ближе футбол к британскому. С первых минут начинает матч в следующем составе. А этот тренер большой оригинал. Даже не помню, когда последний раз видел эту схему в действии. Адриан Рабье. Мяч у Роналду. Первые матчи сегодня проводят команды в своих группах. Первые победы и первые разочарования. Все это ждет нас уже сегодня. Стартовать хорошо, очень важно для любого клуба. Так что жди сегодня хорошего футбола. Честный справляется с ударом.
раунде, до начала которого совсем немного. Классическую расстановку 4-4-2. Сегодня мы увидим, наверное, ближе футбол к британскому. С первых минут начинает матч в следующем составе. А этот тренер большой оригинал. Даже не помню, когда последний раз видел.